Добрый день, с вами канал семьи Рудаковых. Получили новую посылку с сайта AliExpress из Китая. На этот раз мы заказывали флешку. Ну, не для себя. Вот такой пакет был. Вот такая флешка. Не для себя, заказали знакомые. Флешка на 32 гигабайта. Ну, фактически оказалось на ней 32 гига. Подключили компьютеры, проверили, все работает, кинули небольшой видеоролик. Перенос данных был очень быстрый, очень, ну, все устраивает. Ну, думали, что она немножко больше, но фактически вот посмотрите на моей руке, какого она вида. Очень такая красивая, стильная. Стоит флешка 32 гигов около $8. Это недорого. Но, а еще, чтобы сэкономить на покупке, можно сделать покупку через кэшбэк. Что это такое? Это специальный плагин, через который делаем покупки и получаем 7% скидки. Эта ссылка будет в описании к видео. Также ссылка на эту замечательную флешку тоже там будет. Ну а чтобы узнать больше о наших покупках, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будете в курсе всех наших приобретений. Также у нас есть группа ВКонтакте, на которую мы выкладываем тоже много интересных товаров. Тоже подписывайтесь на эту группу. Всего, пока!